Всем привет! Пока я кормила Джунчика, из кухни начал доноситься очень ароматный запах. Вау! Эпоха Мандерсу! Вау! Ири! Танцуешь, сына? Посмотрите, что мой муж приготовил тосты для детей. Вау. Тайги, фрубелли. Ой, вона. Танкум. Вау, чараны. Не ожидала такого от мужа, впервые готовит. Вчера он привез от свекрови тостерницу. И теперь каждое воскресенье будет делать нам такой завтрак. Ира, маменькая, что ты делаешь, сына? Мой мальчик. Джуна, вкусно поел? Сегодня у Джунчика будет его первая фотосессия, съемка New Porn. Вот его малышочек. Я выбрала 3 классных образа. Позже вам все обязательно покажу. Съемка будет проходить в том же месте, где и была беременная фотосессия наша. С тем же самым фотографом. Мы потихоньку собираемся. Проблема в том, что мне нечего надеть. Я уже выбрала одежду мужу, детям. А себе никак не могу. Хотела одеть вот эти вот бежевые штаны. Они сзади на молнии. И тут есть такой поясок и белый верх. У нас получается концепция бежевый низ и светлый верх. Но мне эти брюки не сходятся. Молния поднимается вот отсюда. И вот здесь вот эта часть никак не закрывается. Белая кофта у меня немного укороченная, поэтому все это будет видно. В общем, еще живот торчит. Не знаю, что же мне надеть. Черное тоже, блин, не хочется одевать. У всех-то бежевое будет. Мне сейчас пора только вот мои штаны для беременных. И вот у меня еще 2 пары черных штанов. Они мне вот как раз на резинке, которые. Все остальное у меня маленькое. В свои джинсы я еще не вскоре тоже влезу. Они у меня вообще на бедрах застревают. Вот такие вот дела. Нужно будет худеть, избавиться от этого живота. Хотя его немножко уже осталось, но все равно он еще есть. Нужно 10 кг еще сбросить. Вы слышите это? Прислушайтесь. Вот так вот звучит тишина, когда дети все спят. И Анчик, правда, не спит. Но я ради его братья попросила не шуметь его. И он, у меня умничка, шуметь он не будет, если его попросить. И Джунчик спит в своей люльке. И Элька в своей комнате. Я успела выбрать нам всем наряды для фотосессии. Я успела все сложить. И сейчас жду, когда дети проснутся. Чуть позже уже поедем на фотосессию. Вы, скорее всего, заметили, что у меня изменился голос, потому что мы все заболели, кроме Джуна. Слава богу, он не заболел, не заразился от нас. Первый заболел муж, потом заболел Иэль, потом заболел Иан, и потом заболела я. В общем, мы все слегли с простудой. У всех болело горло, кашель, голова болела. Тест на корону отрицательный. И мне становится уже лучше, детям еще вчера стало лучше, но до этого я не могла ни есть, ни пить, у меня сильно болело горло, невозможно было глотать, невозможно было нормально разговаривать. Сейчас мой голос еще не вернулся, но потихоньку возвращается, и я потихоньку стала оживать. И самое страшное для мамы — это когда ее дети болеют, и когда мама сама болеет, потому что это был атас полный. Вот эти вот все дни, всю неделю, что дети болели,
что я болела. Это было сложно. Нужно было мерить постоянно температуру, постоянно ходить в больницу, постоянно давать лекарства. Ель еще лекарства не пьет, поэтому мы нашли выход в такой вот маленький йогурт. Я ему подмешивала лекарства, давала ему. Он пьет таким вот образом. Ян хорошо пьет лекарства, его главное попросить, он выпьет. С Элем пока такое не прикатывает, поэтому его приходится обманывать. Единственный, кто не заболел у нас, слава богу, это Иджун. Я переживала, что он тоже от нас заразится, но пронесло. В общем, мы потихоньку идем на поправку. Думаю, завтра еще лучше будет. Так что мы всю эту неделю пережили. Не знаю, правда, как, какими силами, но мы это сделали. Всем нашим семействам в новом составе выехали. Джун в своем автокресле, Элька в своем. Янчик тут пристегнутый сидит. Теперь мы возим две коляски в машине. Это автокресло можно использовать и для шасси коляски, что очень удобно. Такой маленький здесь. Соединили автокресло к коляске, и Джунчик так продолжает спать. Идем сейчас в студию. Почти прошли. Видите, что за маленький комочек? Маленький комочек счастья. Большой комочек. Киса хашил те морина. Он с палочкой. Наш маленький Гарри Поттер. Такой забавный, не могу я прям.
голову ровно сделаю. Посмотрите на малыша. Сына. Так. Нельзя. Смотрите сюда. Ира. Ель, сядь. Садись. Ель, сядь. Ель, садись. Посади, Эля. Садись. И Джунчик у нас молодец. Он почти все время спал. Вначале сам он поел. И потом мы сняли 3 образа. И у нас была семейная фотосъемка. И он не просыпался. В общем, умничка, маленький сыночек. Сейчас мы все вместе идем. Неподалеку здесь находится русское кафе. Точнее, суши продают. И эти суши, они божественные. Принесли роллы. Муж уже поел, пока меня не было. Еще я заказала удон. Муж, кстати, очень меня любит удон. Соус терияки. И пицца с ветчиной и грибами. Ну что, я считаю, что первый наш ужин вне дома завершился успешно. И Джунчик только в конце проснулся, я его покормила. И он дальше уснул, сейчас снова проснулся. Идем мы в русский продуктовый магазин. Хочется купить наших продуктов, а еще нашу выпечку. В этот раз я купила очень мало всего. Купила шарлотку, целый пирог. Мои любимые пряники, 2 упаковки тирамису и крем-брюле. Крем-брюле буду пробовать первый раз. Мне вот сказали, что здесь карамель внутри. Дети уже спят, мы с мужем тоже скоро будем отдыхать. День выдался веселый, насыщенный, и мы прям без сил к вечеру. Ну все, я прощаюсь с вами на этой ноте. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Всем пока, всех целую.